Друзья, сегодня в интернете появилась новость о том, что я была поймана с кокаином в трусах. Я имею свернутую купюру, которая у меня буду сейчас спрятана. И мешочек, в котором, ну, образно говоря, остатки вот этого. Остатки чего? Средства. Какого? Наркотического. Какого? Ну, порошкового. Ну, я поняла, какое наркотическое средство? Витамин, кокаин. Я поняла. Где все это находится у вас? Люди, которые пытаются заработать на мне, сделать, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста. Поэтому, я думаю, мы выясним, откуда растут ноги у этой новости, и этих людей привлечем к ответственности. Не верьте интернету.